Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Google Pixel 9 Pro XL. И сейчас я покажу вам, как добавить или удалить Google аккаунт. Итак, мы открываем настройки, проходим в раздел пароли и ключи доступа автозаполнения. Здесь мы нажимаем добавить аккаунт, выбираем Google, подключаемся к сети. Нажимаем «Готово». Еще раз нажимаем «Добавить аккаунт», выбираем Google. Далее вводим телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. Нажимаем «Далее». Нажимаем «Принимаю». И нажимаем «Принять». Таким образом мы добавили Google аккаунт. Если вы хотите его удалить, вы нажимаете на него «Удалить аккаунт», «Удалить аккаунт», «Ок». И подтверждаем действие либо паролем, либо отпечатком пальца. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.